Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. Меня зовут Анна, и сегодня у нас с вами речь пойдет о том, как я готовлю свои гортензии к зиме, а именно, как я их обрезаю. Вот смотрите, гортензии уже цвели, их кого-то прибило морозом, первыми заморозками, да и не первыми. Что я буду делать? Вооружившись секатором, я у метельчатых гортензий срезаю только соцветия, но не прям под корень соцветия, а чуть ниже. И пошло, да, просто чикаю. И вот эти шапки я выбрасывать не буду. Потому что в этом году я хочу укрыть ими свои крупнолистные гортензии. В том году они зимовали крупнолистные гортензии вместе со всеми, но они не зацвели у меня в этом году. То есть в следующем году я хочу, чтобы они зацвели и сохранить какую-то часть, может, цветочных почек. Поэтому я буду укрывать их шапками, да, от этих метельчатых гортензий. Что буду делать? Древовидными гортензиями. Так, это бабуга у меня. Смотрите, у древовидной гортензии раньше осенью я тоже срезала только шапки. В этом же году я буду срезать, ну, где-то на 3 почки. То есть у них, в принципе, идет из земли еще побеги весной. И мне не очень понравилось весной, что когда я в этом году обрезала, у меня, то есть, знаете, нету возможности, например, начать обрезать гортензии в феврале. Я обрезаю где-то в апреле, то есть в Вологодской области у нас, я где-то обрезаю их в марте, в апреле, в конце марта. Поэтому решила, чтобы у меня не было каких-то проблем опять с тем, что гортензия плачет, я решила, что вот именно древовидные, потому что древовидные очень сильно любят плакать, я их буду обрезать осенью. То есть со своими древовидными обрезаю сейчас, делаю формирующую и нормировку, да, а у метельчатых только соцветия. И смотрите, у древовидных оставляйте как можно меньше побегов, потому что еще пойдут из земли, да, и так далее, и тому подобное, чтобы больше шапки были. Что касаемо вот этих вот крупнолистных, я просто сверху буду укладывать шапочки вот из метельчатых гортензий, потому что здесь, смотрю, почки еще сохранились, несмотря на, да, первые заморозки. Поэтому я буду делать вот так. Здесь уже очень холодно, кстати, сегодня. Руки прям мерзнут. Алису тоже надо уже убирать его. Статица, вот посмотрите, какая красивая статица. Зацвела вот только сейчас. Пока нас не было в октябре, вот тут 3 недели, она зацвела только сейчас. И причем только одна у меня розовая, остальные все голубые такие вот. По хризантемам тоже видно, это мишаль. То есть какие они были до заморозков и какие после заморозков. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я дообрезаю все соцветия на гортензиях. Вот такой вот вид уже осенний. И, в принципе, и все. То есть больше ничего я с ними не делаю. Всем пока!